Сегодня в южнокорейском Пхенчхане стартовала 23-я зимняя Олимпиада. Среди 92 стран, правда, под нейтральным флагом принимают участие сборная команды России. В ее составе два чувашских спортсмена. Лана Прусакова стартует 17 февраля, а уже завтра в 14:15 по московскому времени Татьяна Акимова. Кто и как будет болеть за первую ласточку чувашского биатлона, узнавал наш корреспондент Мальвина Петрова. Чернобровый с длинной косой, высокой смугляночки из чувашской глубинки покоряди бы подиумы высокой моды. Она же выбрала подиум спортивный, а путь к нему тернист. Мама Альбина Николаевна своей Таней очень гордится. Свои первые шаги на лыжах Татьяна Акимова сделала на базе спортивной школы, где мама работала охранником. Просто Альбине Николаевне не с кем было оставлять своих детей, в том числе и 5-летнюю Танюшку. Вот так между делом и наблюдала, как соревновались ее дети. «Пропусти меня, я же старше, ты впереди идешь». Ирина говорит: «Таня, я тебе шоколадку дам, пропустишь?» Таня говорит: «Ладно». Ирина пропускает, Ирина первая приходит, Таня вторая приходит. Вот они на шоколадку. Даже и Таня выигрывала старшую дочь. Сегодня в соперниках у Татьяны и ее партнеров по сборной серьезные оппоненты. Но и она уже профессионал высокого класса, с чьим именем связывают большие олимпийские надежды. «Таня!